Баскетбол в числе самых популярных и любимых в нашем районе и во всем крае видов спорта. Об этом убедительно свидетельствует и количество турниров, которые у нас проходят. Баскетбольные команды из Краснодара, Темрюка, Абинска и Славянска на Кубани приняли участие в 6-м традиционном межрегиональном турнире по баскетболу памяти заслуженного тренера Туркменской ССР Геннадия Павловича Хлыстова в спорткомплексе «Триумф». Геннадий Павлович внес неоценимый вклад в популяризацию баскетбола в Славянском районе, повышал уровень знаний тренеров и мастерство спортсменов. Он был хорошим наставником для многих, в том числе и для Сергея Амбарцумова. Мы собираемся под эгидой его турнира всех спортсменов, потому что они обязательно играли, развивались. И, кстати, я хочу сказать, что наши юноши, мальчики 2006 год и 2007 год, сейчас Волгоград заняли первое место на первенстве России. Это первый тур. Они сразу попали в полуфинал России. Он будет проходить в мае месяце. То есть это очень приятно. На торжественном открытии турнира его участников приветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Славянского района Александр Прищепа. Он пожелал юным спортсменам успешного выступления. Славянские баскетболистки в первом матче встретились со спортсменками из Темрюка. Я увидела, как занимаются, как девочки выигрывают все эти медали, и захотела туда записаться. Мне очень эта игра понравилась. Наши баскетболистки очень старались, но в итоге уступили темрючанкам, которые играли быстро и результативно. Я очень люблю свою команду, очень хорошая команда. Мы очень стараемся изо всех сил выигрывать, побеждать. Не удалось одержать верх над соперниками и нашим баскетболистам. В двух возрастных категориях победили юноши из Краснодара и Абинска. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».